Я не собираюсь больше кушать в этой дурацкой школьной столовой. Мне эта муха в стакане попалась. Жизнь, боль и тлен. Дочка, у меня все точно так же. Только в пюрешке с котлетками. Все настолько плохо в этой жизни. Вообще-то ты могла бы и извиниться. Вообще-то это ты должна передо мной извиниться. Ладно, прости, что ты меня укусила. Ну что же, в мире будет без тебя лучше, походу. Прощай. Нет, пожалуйста, пощади меня, не убивай меня. Это ты вообще о чем? Я вообще о другом говорю. И что ты тут делаешь? Ну, тогда с кем ты разговаривала? Про что ты говорила? А, это я говорила про твой новый айфон. Явилась она наконец-то. Эй, девочка-красавица, что тебе не нравится? Почему ты тут стоишь? Как ты ходила в школу вообще без портфеля, а? Я что, была в школе? Ля-ля-ля, какой чудесный день. Ой, ты кто такой? Такой серенький малыш. Ой, это же собака. А, это собака, мы все умрем, как у... Блядь, ну... Как же тут все-таки красиво. Ага, и тут, сука, холодно-то как.